На площадке у закрытого торгово-развлекательного центра «Мусон» собрались жители района. Владимир Плотко с борта ЗИЛа сообщил неприятную новость. Зима для жителей 100 многоквартирных домов может быть очень холодной. Правительство города подало иск в суд о сносе котельной ПАО «Мусон». В обеспечительных мерах администрация просила закрыть все здания ПАО «Мусон» и прекратить какую-либо хозяйственную деятельность. На следующий год мы по решению суда не имеем права заключить договор с Севтеплоэнерго на обеспечение теплом этих домов. Это вот я как бы объясняю, потому что сейчас уже в интернете всякие глупости пишут. Заседание суда, где будут рассматривать иск правительства Севастополя о сносе 16 зданий комплекса «Мусон», состоится 19 июня. В этом списке спортивный комплекс, на который обратил внимание президент России Владимир Путин во время прямой линии 7 июня. В интервью с журналистом Владимир Плотко выразил надежду, что правительство Севастополя отзовет иск о сносе зданий «Мусона». Неправомерно, во-первых, наша власть подала этот иск, и выход из ситуации, первое, это надо успокоиться, амбиции убрать и отозвать этот иск. Это вообще ненормальный иск. Владимир Плотко также сообщил, что на следующей неделе будут устранены последние замечания МЧС. Он надеется, что суд снимет обеспечительные меры и торгово-развлекательный комплекс «Мусон» откроет свои двери для севастопольцев. Маргарита Пронина, Дмитрий Лилека, Севинформбюро.